в том, что, собственно, затея такая. Здесь, конечно, есть кто-то, кто был на нашем вечере в этнографическом музее в декабре прошлого года. Это была первая проба. Вот откуда-то дует такой очень специальный холодный ветер с левым сильным потоком. Опа! Смотрите. Значит, жаре конец. Затем в Москве фонд искусства, науки и культуры совместно с нами в пространстве гараж, это обжитое, обустроенное такое место, музей современного искусства, вообще центр современного искусства в парке Горького, провел вечер памяти Беллы Ахатовны Ахмадулиной в связи с ее 80-летием. Нас попросили сделать программу Ахмадулиной, но мы решили все-таки чисто ахмадулинскую программу не делать. Это не в наших возможностях, не в наших средствах. Вы понимаете, что это довольно специфическое дело. Поэтому мы сделали программу такую. Белла Ахмадулина, ее друзья, современники, старшие современники и их предтечи. То есть шестидесятники и поэты. Есенина. Еще жив один из наших авторов, Евгений Александрович Евтушенко. Теперь уже все летят в звезды, врезываясь, так что это название, ну, просто исчерпывающее. Принимают участие в программе артисты Малого драматического театра, не буду их называть молодежью, но артистом. Молодежь должна подъехать после спектакля на Литейном 42, если успеет, то примет участие в этом врезывании в звезды. Ну, с Богом помолясь, попробуем начать. Вот я вижу уже первым готовится Артур Козин, что-то нервничает. А что нервничает, я не знаю. Пожалуйста, Артур Козин, дорогой. Ну, вообще, я сказал артистам, что можно не снимать верхнюю одежду. В ряде случаев это даже и неплохо. Спасибо. Артур Козин. Александр Блок. Незнакомка. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух вдали над пылью переулочной. Над скукой загородных дач чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач, и каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки среди канав, гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены
и раздается женский визг, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск, и каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен и влагой терпкой, и таинственной, как я, смирен и оглушен, а рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне, и медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманными, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и все души мои излучены пронзило терпкое вино, и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине. Петербургскую тему поэтическую продолжает Евгений Санников. Иосиф Бродский, сонет номер 6. Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль, сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее виски. В который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими, но не даст. Он, будучи на многое гораст, не сотворит по променеду дважды сей жар в груди, ширококосный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды, коснуться бюст, зачеркиваю, уст.
другой город. Елена Соломонова. Белла Ахмадулина. Ночное. Ночные измышления. Кто вы? Что вы? Мне жалко вашей робкой ноготы. Жаль, что нельзя. Нет сил надвинуть шторы. На дождь в окне, на мокрые цветы. Все отгоняю крылья херувима от маленького ада ночника. Черемуха, слепая балерина, последний акт печально начала. В чем наша связь, писания ночные? Вы белые ночи, собственная речь, она пройдет, и вот уже ничьи вы. О ней на память надо ли вас беречь? А белый день туманен, белонощен. Вниз поглядеть с обрыва все равно, что выхватить кинжал из мягких ножен. Так вот холодных остро серебро, дневная жизнь, уловка, ухищрение приблизить ночь. Опаска все сильней, а вдруг вчера в Надладожском ущелье дотла испепелился соловей. Нет, феникс мой, целеханек, и свищет слог-слог-тире, слог-слог-тире-тире. Пунктира ощупь темной цели ищет, и слаще слова стопор слов в руке округло. Полночь, все свежо, все внове. Я из чужбины общей ухожу и возвращаюсь в отчие, в ночное. В ночное что? В ночное что хочу? Олег Рязанцев. Евгений Евтушенко. Окно выходит в белые деревья. Профессор долго смотрит на деревья. Он очень долго смотрит на деревья и очень долго мел крошит в руке. Ведь это просто правила деления, а он забыл их. Правила деления забыл. Подумайте. Правила деления. Ошибка. Да? Ошибка на доске. Мы все сидим сегодня по-другому и слушаем, и смотрим по-другому. Да и нельзя сейчас не по-другому, и нам подсказка в этом не нужна. Ушла жена профессора из дома. Не знаем, почему ушла из дому, не знаем, от чего ушла из дому, а знаем только, что ушла она. В костюме, и не модном, и не новом, как и всегда, не модном и не новом, уже давно не модном и не новом спускается профессор в гардероб.
карманам ищет номер. Ну что такое? Где же этот номер? А может быть, не брал у вас я номер? Куда он делся? Трёт рукой лоб. Ах, вот он. Что ж, как видно, я старею. Не спорьте, тётя Маша, я старею. И что ж тут поделаешь? Старею. Мы слышим, дверь внизу скрипит за ним. Окно выходит в белые деревья, в большие и красивые деревья. Но мы сейчас глядим не на деревья, мы молча на профессора глядим. Уходит он. Сутулый, неумелый, под снегом мягко падающим вниз. Уже и сам он, как деревья белые. Да, как деревья, совершенно белые. Еще немного, и настолько белый, что среди них его не разглядишь. Артур Козин. Андрей Вознесенский. Не пишется. Я в кризисе. Душа нема. Ни дня без строчки, друг мой, точит. А у меня ни дней, ни строчек. Поля мои лежат в глуши. Погашены мои заводы, и деградация души зияет страшною зевотой. И мой критический истец в статье напишет, что окрысясь в бескризиснейшей из систем, один переживаю кризис. Мой друг, мой северный, мой неподкупный друг. Хорош костюм. Да не по росту, внутри все ясно, и вокруг, ну не поется, я деградирую в любви, дружу с оторвою трактирною, не деградируйте вы, я деградирую, был крепок стих, как рафинат. Свистал хоккейным бомбардиром, я разучился рифмовать. Не получается. Чужая птица издали прокличет перелетным горем. Умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором. О чем, мой серый на ветру, ты плачешь белому Владимиру? Я этих нот не подберу, я деградирую. 7 поэтических томов в стране выходят ежесуточно, а я друзей городов бегу, как бешеная сука, в похолодавшие леса и в онемевшие рассветы, где деградирует весна на тайном переломе к лету. Но верю, что моя родня 2717 поэтов нашей федерации стихи напишут за меня. Они
не знают деградации. Елена Соломонова. Слабою длиною неумещенный в храм Светицховели, мне, обнаженной ниткой серебра, продернутой в твою иглу Тбилиси, мне, живший под звездою до утра, озябший до крови в твоей теплице, мне, не умевший засыпать в ночах, безумием растлевающий знакомых, имеющий зрачок коня в очах, отпрянувший от снов, как от загонов, мне, в час зари поющий на мосту, прости нам утро прегрешения наши, обугленных желудков нищету, позолоти подарком хаши мне скачущей наискосок и вспять в бессоннице в ее дурной потехе. О, Господи, как мне хотелось спать в глубокой, словно колыбель постели, спать, просыпаясь, засыпая, спать, спать медленно, как пригублять напиток. О, спать и сон сосать, как сласть, пролив слюною сладости избыток, проснуться поздно, глаз не открывать, чтоб длилось искушение секретом погоды, осеняющей кровать пока еще не принятым приветом. Мозг слеп, словно потухшая звезда, пульс тих, как сок в непробужденном древе, и снова спать, спать долго, спать всегда. Спать замкнуто, как в материнском чреве. Евгений Санников. Евгений Евтушенков. Танки идут по Праге в затканной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Танки идут по соблазнам жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Страх — это хамство основа.
нарядские хари. Вы — это помесь Ноздрева и человека в футляре. Совесть и честь вы попрали. Чудищем едет брюхастым в танках, футлярах по Праге страх, бронированный хамством. Что, разбираться в мотивах моторизованной плетки? Чуешь, наивный Манилов, хватку Ноздрева на глотке? Танки идут по склепам, по тем, что еще не родились, четкие чиновничьих скрепок в гусеницы превратились. Разве я враг России? Разве я несчастливым в танки другие родные тыкался носом сопливым? Чем же мне жить, как прежде, если, как будто рубанки, танки идут по надежде, что это родные танки? Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомку только с единственной просьбой. Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге. Олег Рязанцев. Евгений Евтушенко. Я живу в государстве по имени как бы, где, как это ни странно, нет улицы Кавки. Дети Гоголя как почитают, а как бы Харрисон, типа мы как бы любят, но как бы и не рассказывают. Это правда, что все как бы пьют в государстве по имени как бы? Есть кто как бы не пьет. И поверьте мне, как бы никак не пьет. Что вообще за народ эти ваши? Как бы? Как бы милые вполне. Горы и как бы убийцы, в основном все мы как бы радушны и как бы насвоены, все у нас поголовно за мир. Но бывают порой как бы воины, столько в кухоньках, как бы Чечня, где побоище словно с врагами, с сапогами, ножами. И кучуками нас и как бы везде, словно будничные волне, как бы судьи в суде, как бы думающие в думе. Мне раскрыло как бы одну крошечную карту твою. Я у вас на землю, вас считаю и как вся тайна. Станислав Никольский. Сергей Есенин. Вы
ушли. Как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звезды врезываясь, ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу, взрезанный рукой помешков, собственных костей качаете мешок. Прекратите! Бросьте! Вы в своем уме дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смяло, критики бормочут. Этому вина то да сё. Главное, что смычки мало, в результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему класс. Класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну а класс-то заливает жажду квасом. Класс, он тоже выпить не дурак. А по-моему, осуществись такая бредь. На себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было причины. Подражатели обрадовались. Бис! Над собою чуть не взвод расправу учинил. Почему же увеличивать число самоубийств? Лучше увеличь изготовление чернил. Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии у народа, у языкотворца. Умер за булдыга подмастерье. И несут стихов за упокойный лом. С прошлых, с похорон, не переделавши почти. В холм тупые рифмы загонять колом. Разве так? Поэта надо бы почтить. Вам и памятник еще не слит. Где он, бронзы звон или гранита грань? А к решеткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь. Это время трудновато для пера. Но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптаннее и легче? Для веселья
Планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть. Нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. Артур Козин. Андрей Вознесенский. Разговор с эпиграфом. Эпиграф. Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский. Владимир Владимирович, разрешите представиться. Я занимаюсь биологией стиха. Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо за истопника. У нас, поэтов, дел по горло. Кто занят садом, кто садокладом. Другие, как страусы, прячут головы, отсюда смотрят и мыслят задом. Среди идиотств, суеты, наветов. Поэт одиозен, порой смешон, пока не требует поэта к священной жертве стадион. И когда мы выходим на стадионы в Томске или на рижские лужники, вас, понимающие потомки, тянутся к завтрашнему сквозь стихи. Колоссальнейшая эпоха. Ходят на поэзию, как в душ Шарко. Даже герои поэмы плохо. Требуют сложить о них хорошо. Вы ушли, понимаемый, процентов на 10. Оставались Асеев и Пастернак. Но мы не уйдем, как бы кто ни надеялся. Мы будем драться за молодняк. Как я тоскую о поэтическом сыне класса АМ из 707 Боинга. Мы научили свистать пол России. Дай одного соловья-разбойника. И когда такой счастливый случай представится, отобью телеграмку, обкусав заусенцы. Владимир Владимирович, разрешите представится Вознесенский. Елена Соломонова снова, Петербург. Расплавленным алмазом.
алмазом сияют лужи, изнывает лед. В лиловой мгле покоятся задворки, платформы, бревна, листья, облака, свист паровоза, хруст арбузной корки. В душистой лайке робкая рука звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем и вдруг притихнет. Это значит, он пугливо пробирается по хвоям, чтобы не спугнуть пространство чуткий сон. И это значит, он считает зерна в пустых колосьях. Это значит, он к плите Дарьяльской проклятой и черной опять пришел с каких-то похорон. И снова жжет московская истома. Смертельный бубенец. Кто заблудился в двух шагах от дома, где снег по пояс и всему конец? За то, что дым сравнил с Лакаоном, кладбищенский воспел чертополох. За то, что мир наполнил новым звоном в пространстве новом отраженных стров, он награжден каким-то вечным детством, той зоркостью и щедростью светил. И вся земля была ему наследством. Он ее со всеми разделил. Надежда Некрасова. Бориса Пастернака. Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером в октябре более 2 лет назад. На нем был грубый опрятный костюм охотника, синий плащ, сапоги, белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица. Только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О, здравствуйте, мне о вас рассказывали, я вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, он взмолился: «Ради Бога, извините меня, но именно теперь я должен позвонить». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и мне в лицо вдруг ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной шекспировский холодок за него. Он с ужасом спросил: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю!» И, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом,
как глухой. Слышала, как он разговаривает с кем-то. Словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи, нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание. И я, и дом, и кусты вокруг вдруг нечаянно попали в обильное объятие его речи, в округло-любовные объятия величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко по-домашнему ладил со всей этой корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, с этими корявыми, выпеченными звездами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые, интересные люди. Уверяю вас, вам не будет скучно. Заходите же завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду». Станислав Никольский. Александр Галич. Памяти Бориса Пастернака. Разобрали венки. На веники на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70. Возраст смертный. И не то чтобы какой-то пасынок, член Литфонда, усопший сметный. Ах, осыпались лапы елочьи, отзвенели его метели.
чё ж мы гордимся, сволочи? Что, он умер в своей постели? Мело, мело, по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал, а зал скучал. Мели, Емеля, ведь не в тюрьму и не в сучан, не к высшей мере и не к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу, голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот. И смолкли клевета и споры. Словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул. Елизавета Боярская. Анна Ахматова, «Приморский сонет». Здесь все меня переживет. Все. Даже ветхие скворечни. И этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущей черешней сияние легкий месяц льет, и кажется такой нетрудный, белее в чаще изумрудной дорога. Не скажу, куда. Там, среди стволов, еще светлее. И все похоже на аллею у царско-сельского пруда. Константинова. Белла Ахмадулина. Пятнадцать мальчиков, а может быть и больше, а может быть и меньше, чем 15, испуганными голосами мне говорили: пойдем в кино или в музей изобразительных искусств. Я отвечала им примерно вот что.
Мне некогда. 15 мальчиков дарили мне подснежники. 15 мальчиков надломленными голосами мне говорили: «Я никогда тебя не разлюблю». Я отвечала им примерно вот что: «Посмотрим. 15 мальчиков теперь живут спокойно. Они исполнили тяжелую повинность подснежников, отчаяния и писем. Их любят девушки, иные красивее, иные некрасивее, чем я. 15 мальчиков преувеличенно свободно, а подчас злорадно приветствуют меня при встрече. Они приветствуют со мной при встрече свое освобождение, нормальный сон и пищу. Напрасно ты идешь, последний мальчик. Поставлю я твои подснежники в стакан, и коренастые их стебли обрастут серебряными пузырьками. Но видишь ли, и ты меня разлюбишь, и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, как будто победил меня. А я пойду по улице, по улице. Иван Чепура. Евгений Евтушенко. У магазина фрукты, овощи, как стебелек напряжена, как будто в ожидании помощи стояла девочка одна. Стояла девочка, как девочка. Ну, лет 15 было ей. Я видел, с нею что-то делается, но нужен был мне сельдерей. Приправа — это дело важное. Мерцали насыпи шаслы, и дыни желтые, протяжные, вокруг торжественно несли. А девочка с глазами грустными стояла горестно и глухо. Толкали девочку арбузами и задевали ее луком. Она к прохожим безучастная переминалась то и дело. И лишь на крохотные часики порой неверяще глядела. Шли люди весело и сумрачно, не проявляя удивления. Прошел и я, махая сумкою с торчащим гордо сельдереем. А поздно вечером, вечером,
магазина фрукты, овощи. Иду и вижу, что-то светится перед витринными сокровищами. А там все та стояла девочка. Под дождиком осенним вздрагивала. Стояла, все еще надеющаяся. И лишь на часики не взглядывала. И где не ходится, не ездится, среди пустынной толкотни мне платье беленькое светится. Сквозь все туманы и огни стучат часы, не остановишь их. Но пусть идет за годом год, у магазина фрукты, овощи, та девочка стоит и ждет. Белла Ахмадулина. Смеясь, ликуя и бунтуя в своей безвыходной тоске, в Махинджоуре под Батуми она стояла на песке. Она была такая гордая. Вообразив себя рекой, она входила в море голая, и море трогала рукой. Освободясь от ситцев лишних, так шла и шла наискосок. Она расстегивала лифчик, чтоб сбросить лифчик на песок. И вид ее предплечья смуглого дразнил и душу бередил. Там белое пошло по смуглому, где раньше ситец проходил. Она смеялась от радости в воде ладонями плеща, и перекатывались ракушки от головы и до плеча. Иван Чепура. Научили человека разговаривать. Разрешили. Что хочешь, говори. Он шагает. И одна другой коварнее. Мысли бултыхаются внутри. Можно это вот сказать, а можно то вот. Можно так преподнести, а можно сяк. И в конце пустить продуманный довод, чтоб соперники попали в просак. Можно тихо начать, потом напористо основные вопросы увязать. Он открыл было рот. И вдруг опомнился. Это что же, так вот взять и сказать? По ночам на человека давят страхи. Опасения уснуть не дают. Скажешь,
что-нибудь этакое и... Здрасте! И доказывай, что ты не верблюд! И потом, просто так, на всякий случай, чтоб никто меня за трусость не корил. Научили говорить. А вдруг разучат. И припомнят все, что я говорил. Разрешение вышло доскональное, что параграфы, подписи, печать научили человека разговаривать. Было легче человеку молчать. Это было стихотворение Роберта Рождественского. А сейчас любовь Константинова. Марина Цветаева. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно. Ночь, июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет, огни, как нити золотых бус. Ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам снюсь. После бессонной ночи слабеет тело, милым становится и не своим, ничьим. В медленных жилах еще застывают стрелы, и улыбаешься людям, как серафим. После бессонной ночи слабеют руки, и глубоко равнодушены враг и друг. Целая радуга в каждом случайном звуке, и на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Нежно светлеют губы, и тень залоче возле запавших глаз. Эта ночь зажгла этот светлейший лик, и от темной ночи только одно темнеет у нас — глаза. Елизавета Боярская. Анна Ахматова, слушая пение. Галина Вишневская поет бразильскую бахиану «Вилла Лобоса». Женский голос, как ветер несется, черным кажется, влажным, ночным,
и чего на лету не коснется, все кажется сразу иным. Заливает алмазным сиянием. Где-то что-то на миг серебрит и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит. И такая могучая сила зачарованный голос влечет. Словно там, впереди, не могила, а таинственные лестницы взлет. Спасибо.